У детей скрининг, он более информативен, чем у взрослых, потому что мы можем увидеть все на ранних стадиях. Скрининг у детей мы проводим изначально в месяц, в самом маленьком возрасте, чтобы мы ничего не упустили и точно все увидели. Есть исследования, которые мы можем провести только в месяц, которые после будут неинформативны. Например, тот же УЗИ тазобедренных суставов. Мы делаем их только у детей до 3 месяцев. После можно делать только рентген, а это уже и сложнее, и лишняя нагрузка, которая детям в целом не очень нужна. Ультразвуковое исследование головного мозга можно сделать информативно только тоже до 3-4 месяцев. У некоторых детей можно сделать и в полгода, но это уже маленький процент детей. На УЗИ, соответственно, у головного мозга мы можем увидеть кисты, какие-то расширения ликворных пространств. Если мы это видим, мы можем их перенаправить к более узким специалистам, нейрохирургам, к неврологам. Ребенок приходит один раз, ему делают все исследования разом. Это и брюшная полость, и тазобедренные суставы, и головной мозг, и сердце, и почки. Мы все это делаем в период в полчаса. После обследования я пишу информативное заключение. И где бы оно вам ни пригодилось, оно всегда будет у вас в вашем доступе. Подготовка к УЗИ необходима только для УЗИ брюшной полости. Понятно, что у детей в месяц мы не можем заставить их голодать, как взрослого, поэтому просто постараться перед следующим кормлением записаться. Поели, доехали до нас, как раз прошло время, желудок освободился, и мы можем смотреть. Уже у более старших детей, конечно, нам желательно, чтобы ребенок был голодный. В год это где-то 3-4 часа. А для УЗИ почек конкретной подготовки не требуется для маленьких детей. После 3 лет, когда ребенок уже может потерпеть, не сходить в туалет, то желательно приезжать на наполненный мочевой пузырь, чтобы мы могли посмотреть объем, стенки. Для УЗИ тазобедренного сустава, для УЗИ головного мозга или УЗИ сердца специальной подготовки не требуется. Особенность в том, что у нас аппараты экспертного класса. Особенность в том, что вы можете приехать и сделать все УЗИ за полчаса и уехать домой.